Картинная галерея открылась отчетная выставка преподавателей и учеников художественной студии города Черкесска «Краски-09». Написать самому картину, научиться азам академического рисунка или на гончарном круге слепить предмет интерьера. Все это возможно, если есть такая мечта. В этом убедилась Алла Динаева. Свои творческие работы выставили художники Анна Мокрякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец со своей коллекцией керамических изделий. В рамках выставки представлены и лучшие творения воспитанников студии за 5 лет ее работы. У меня большая гордость, что мой ребенок впервые выставляется в выставочном зале. Вот, непосредственно ее картины. Я очень благодарна руководителю нашему по живописи, которая разглядела в ней вот эти зачатки как живописца. Мы будем и в дальнейшем как бы развивать эти ее наклонности. Тамила Ацаева 10 лет занималась художественной гимнастикой. Стала кандидатом в мастера спорта, но любовь к живописи оказалась сильнее. Мне очень нравится рисовать. Мне нравится рисовать масляными красками, акварелью, гуашью на больших форматах. Мой главный кумир в художественной деятельности – это Анна Сергеевна, мой учитель. За время работы художественной студии «Краски-09» на мастер-классах побывали более 500 человек разного возраста и профессии. Главная идея таких занятий – помочь реализовать мечту. Лариса Тлепсирукова увлеклась живописью 5 лет назад и написала около 20 работ, 3 из которых представлены на этой выставке. Первая картина, которую я написала, называлась «Тюльпаны». Сейчас я, конечно, смотрю на фотографию этой картины, и она, мне кажется, такой детской по сравнению с теми работами, которые я уже после начала делать. Я понимаю, что это не профессиональные работы, а это такая, ну, дилетантские работы, да, но мне вот я получаю удовольствие, когда я их пишу. Теперь я чувствую себя более уверенно, когда пишу. Хотя вот лицо, профиль человека мне дается тяжелее. Очень люблю писать мастихином. Кроме классической живописи, зрители могут оценить и картины в смешанной технике из эпоксидной смолы. Работы пленэрные, живописные в масляной технике, и акриловые, экспериментальные. Есть даже работы восковые, вот как та картина, например, да, то есть она просто нарисована воском и дамарной смолой. Есть работы в смешанной технике, как это, например, масло с эпоксидной смолой. Всем спасибо, что пришли. Вот здесь, естественно, люди, наверное, и не имеющие отношения к искусству, и имеющие. Здесь есть и ученики наши, и, наверное, будущие ученики. К нам приходят люди практически без подготовки, иногда вообще не умеющие рисовать, не умеющие лепить. А у нас помимо живописи, графики, черчения есть еще керамика, гончарный круг. Собственно, эти дисциплины я и преподаю. Вот, и люди себя там открывают с непривычных сторон. Как показывают представленные работы, нет ничего невозможного. С хорошим наставником каждый человек талантлив. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Отчетная выставка художественной студии «Краски-09» в картинной галерее будет проходить до 29 января. Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.